Арт-галерея «Фонтарио» представляет новую эксклюзивную выставку «Тутанхамон. Золотой король и великие фараоны». В понедельник, 21 сентября, в Торонто состоялась церемония открытия статуи бога Анубиса возле арт-галерии «Фонтарио» и запуск в продажу билетов на уникальную выставку, приехавшую из Египта, о которой объявил президент Ага Тони Габлиано. Even though ticket sales actually start tomorrow at 10 a.m. Because we've had thousands of people asking about tickets for the show, which opens November 24th. So we decided to bring to Toronto and the AGO a 26-foot, 7-ton statue of Anubis, the ancient Egyptian god of the underworld, and park him where all can see that Tutmania is about to begin again. Выставка реликвий египетских фараонов демонстрировалась в Торонто 30 лет назад. И теперь новое поколение канадцев сможет ее посмотреть, но уже в расширенном варианте. 30 years ago, the AGO hosted Canada's first King Tut exhibition. What better way to celebrate the one-year anniversary of our transformation than with the return of the boy king? Now, with the other great pharaohs of Egypt. Статую 26 футов высоты и 7 тонн веса с помощью подъемного крана водрузили на перекрестке улиц Данда Стрит Вест и Маккаул в даунтауне Торонто рядом с музеем. Статуя выполнена из бетона, железа и оптоволокна. Ее привезли в Торонто на траке из Индианаполиса, США. Устанавливали ночью, чтобы утром представить ее во всей красе взору торонтовцев. Роль Анубиса в античной египетской мифологии очень велика. С доисторических времен он ассоциировался с погребальным ритуалом. Сначала это была привилегия королей, а позже – знати и представителей других слоев общества. Существует огромное количество текстовых свидетельств важности Анубиса для умерших и того, какую помощь он оказал им при переходе в загробный мир. Сегодня утром жители и гости Торонто смогли увидеть заключительную стадию сборки огромной статуи. Под аплодисменты зрителей с Анубиса было снято покрывало, а Тони Габлиано присоединил к нему царственный скипетр. Выставка «Тутанхамон. Золотой король и великие фараоны» стартует в арт-галерею «Фонтарио» 24 ноября и закончится 18 апреля 2010 года. Билеты поступят в продажу завтра, 22 сентября, в 10 часов утра. Идея открытия предварительной продажи билетов на предстоящую выставку возникла не случайно. Тысячи человек интересовались, когда же можно будет приобрести билеты, чтобы посмотреть знаменитые египетские раритеты. Выставка в Торонто «Тутанхамон. Золотой король и великие фараоны» организована National Geographic Society, Arts and Exhibitions International и AEG Exhibitions при сотрудничестве с Egyptian Supreme Council of Antiques.